Гутен морген, земляне. И вот мы приехали в Счастливцево. Это пансионат «Экспресс». Ну, это, наверное, самый лучший пансионат, который есть на побережье Азовского моря. Помимо того, что здесь такие вот уматные бунгало со всеми вот удобствами, здесь еще и очень хороший парк с пальмами, кактусами, вообще много территории. А также детские площадки, ну и прочие развлечения. А именно три бара, где можно взять отличный вискарек, венчик, ну и в общем, поотдыхать.